Административный вандализм на кладбище. Сотрудники администрации кладбища засыпали свежие могилы грязным снегом и землей. У людей двойное горе. Там нету могил, даже прохода нету. У нас во вторник 40 дней. Как люди придут вообще? У нас такое горе, я мужа схоронила. Человек погиб, и вот так вот обращаются спокойными. Я не знаю, к себе бы на могилу так кидали. Кладбище оставаться оплачено. Ночевать здесь, чтобы сохранить могилу своего сына. Я как представлю, что его завалит вот так вот, как завалили всех мою кровиночку. Кто виноват в этой ситуации, понесут ли они какую-либо ответственность? Об этом и не только в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.